Обувная фабрика «Триумф» уже 15 лет стоит на страже здоровья детских ножек. В Чебоксарах выпускают сандалии, гимнастические чешки и домашние тапочки. Эту продукцию можно найти в магазинах под торговой маркой «Пумка». Требования к детской обуви должны быть такие, что внутри должны быть натуральные материалы. Задник должен быть обязательно жесткий, чтобы нога ребенка не болталась. Носок должен быть закрытый. И обувь должна быть гибкая. То есть ребенок должен не чувствовать себя комфортно, ходить, бегать. И в то же время при наступании на неровности, на камушки, он не должен чувствовать никаких неудобств и боли. Наша обувь соответствует всем этим требованиям. Продавцы-консультанты уверены, покупатели оценят не только качественные материалы и безупречную выделку, их порадуют и невысокие цены. Мы с мамой померили обувь, она очень удобная. И для себя я тоже присмотрела тапочки. Я предлагаю всем покупать эту обувь, так как она соответствует, по-моему, всем требованиям. Обувь фирмы «Триумф» вы можете найти на выставке в торгово-выставочном комплексе «Контур», во всех крупных торговых центрах города или приобрести оптом напрямую у производителя. Фирма «Триумф» находится по адресу: город Чебоксары, улица Текстильщиков, 8.